А у вас когда-нибудь такое бывало, чтобы вы заводили кота и ушли на работу? А потом, когда возвращаетесь с работы, на полу валяется целая куча вещей, которые стояли на хороших местах. И вы не знаете, почему это произошло? Эта игра нам об этом расскажет. Итак, всем привет, ребят, с вами Петя Руслан. Очень давно не выходила видео, вот просто очень давно, не помню, уже даже не смотрела дату, когда первая, последняя вышла. А сегодня у нас будет игра Cat Literal Damage. Нам дается 2 минуты, время лимитится, для того, чтобы узнать, почему же все-таки на полу валяются вещи. А вот сейчас я вам покажу, потому что нажимаем старт, и мы видим лапу котенка, который, наверное, просто решил выкинуть вещи с кровати. Да, подушка нам не нужна. Теперь вы будете знать, почему это такое происходит. Вы будете знать, что это все из-за кота. Кот вам все скидывает. Видите, вот что это такое? Это книга или что? Это, наверное, ночник. Я не знаю, что это такое вообще. Подушки, подушки. Еще мы тут можем высоко прыгать. Мир. Робот, иди отсюда. Можно посмотреть на мир? Блин, я не могу выпрыгнуть в окно. Зато могу посмотреть на мир. Во всей красе его рассмотреть. Ладно, у нас нету времени. У нас надо убрать мусор. Мусор, мусор. А, я тоже, я не мусор. Меня сам, я сам себя выкинул. Ничего. О, книги. Почему они лежат возле окна? Хозяин, что хотел их потом выбросить. Но я их выброшу на кровать. Надеюсь, хозяину это понравится. Давайте, вот допрыгну. Так, телевизор. Телевизор. Мне кажется, нам хозяин не нужен. Ребята, если у вас такое... Если что бы вы не хотели, чтобы у вас такое было, просто... Знаете, что не надо делать? Просто хорошо ухаживайте своим питомцем. Если вы будете плохо присматривать за своим котиком, то, скорее всего, будет то же самое. Поэтому не делайте с вашим котиком плохо. Если вы будете с ним хорошо общаться, то... Все и так в мире будет хорошо, и котику, и вам, потому что если вы не будете его гладить и делать ему хорошо, то будет вот такое вот. То, что сейчас вы видите в этой квартире. Какого-то немножко, наверное, странного котенка и хозяина. Кстати, у нас остается мало времени. Давайте поскидываем мусор. О, карандаш. Кстати, я уже играл, я набрал 12 очков, а сейчас я уже 25 набрал. Точнее, объектов. А! Меня выкидывает! Неизвестно, что это была какая-то магия. Меня хотел... Я что, наверное, поскользнулся на этом шарике и хотя чуть не упал. Нет! Все, я даже не смог опуститься. Хозяин пришел, но его нету. По-моему, я застыл в воздухе просто. Наверное, все-таки хозяин меня привязал к стенке, чтобы я больше ничего не делал. Так, тут можно посмотреть, что мы скинули. Контроль. Что? По-моему, хотя немножко странно. Почему я сбил две бутылки? Почему я сбил непонятно чего две? Piece of trash. Наверное, у хозяина действительно был трэш. Хотя... Не знаю, про что я вообще говорю. Наверное, хозяин просто немножко странный. Понакупал одинаковых вещей и думаю, что это нормально. Но давайте все-таки сыграем еще раз. Еще 2 минуты. Так, так, выкидываем мусор. Вот это все. Фу, 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 мусор. А, что произошло? Подушка какая-то, это, наверное, была пружина все-таки, это, наверное, был батут, мини-батут для котиков, но, по-моему, нам не нравится мой батут, и мы решили его порвать, выкинуть на пол. Так, подушки, 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 я не могу никак взять предметы, я не знаю, просто я только скидываю, что ли, вот так вот. Пульт, ну, немножко странно, пульт лежит там, а там, а телевизор там, у меня пульт лежит возле телевизора, у хозяина почему-то он лежит немножко на другой тумбочке, аж возле кровати. А телевизор с кровати. Так, это ерунда. Давайте выкинем мусор. Так, книги, карандаш, карандаш, карандаш. 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 Ладно, оставим этот карандаш, пусть отдыхает. Давайте выкинем робота, потому что робота вообще не люблю. Мне кажется, это ерунда тут какая-то. Иди отсюда, робот. Эй. Эй. Робот, иди отсюда. Эй. Хватит лежать возле окна. Иди уже полежи на земле. Там воздух. Там это. Там более грязно все. И мне кажется, тебе там все будет получше. Так, книги, книги. Молоко или что это? Короче, все скидываем. Тарелки, все, что мы видим.
Я опять прыгнул, наверное, мой котик очень любит прыгать. Наверное, и хозяин очень любит. Наверное, котик весь хозяина. Если хозяин умеет вообще прыгать, любит, не знаю. Так, выкидывай мусор. Кстати, да, я все-таки могу брать предметы, зажимая. Вот, отлично. Так, давайте, наверное, сейчас еще один раз попробую, потому что, кажется, я понял, как выкидывать. Мы можем брать предметы. Ну-ка, выкидываем мусор, всякий мусор, мусор. Деревце, иди отсюда. Мусор ты, деревце, мусор, все. Давай мусор, идем сюда. Нет, я не успел. Хозяин, привет. Я тебя не звал. Блин, в игре курсор не зафиксирован, видите, вот прям курсор остается. Это не страшно, мне кажется, это не важно очень. Это не так уж и страшно. И давайте вот еще раз попробуем, кажется, я все-таки понял. Давайте возьмем это и выкинем. Нет, ну это, наверное, можно и так, а вот подушки я, по-моему, понял. Ну-ка, возьми подушку. Что такое? Или я не научился? Что такое? Так, стоп. Ага, я, по-моему, можно толкать. Или... Короче, я ничего не понимал. Ладно, давайте я сейчас уже попробуем, если уже начал. Немножко странно это. Куда она делась? А, вот она. Немножко странновато действительно игра. Непонятно, что-то тут лагает. Нет, зато это... Природа сделана красивой вообще-то. Молодцы разработчики. Еще главное, чтобы не было плохое качество, потому что, ребят, я разобрался, почему у меня в некоторых видео плохое качество. Если я начинаю снимать видео в маленьком экране, то вот и причина. А вот если я начинаю... Блин, я всего 4 объекта за минуту снялся, это надо побольше. Вот, а если я начинаю с большого экрана снимать, то все в порядке, поэтому лучше не снимать с маленького экрана. И если я теперь снимаю с веб-камеры себя просто, то в одном из видео вы там уже могли видеть сладости из Днепра Петровского, то там, как ни странно, я сначала сделал большой экран, очень быстро поставил на паузу, чтобы вы даже не заметили, и переместил на маленький экран, и так все работает. А если сразу с маленького экрана, то как бы не очень хорошо. Кстати, сейчас я очень плохо сыграл. 5 объектов за 2 минуты, ребят. Это немножко плохо. Сейчас будет больше. 6 будет. 6. Я еще. Давай, хозяину. Хозяину сейчас в лицо прыгну. Давай. Привет, хозяин. Нет, наверное, не смог войти. О, лампа. Ладно, лампу я уже не буду трогать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте. И надеюсь, вы не гейм оверните в этой игре. Ладно, пишите, сколько вы объектов снесли. Но дело в том, что снимать мне пришлось в Firefox, что мне не понравилось, потому что все я играю через Google, а сейчас пришлось в Firefox. Вот. Предупреждение. Если у вас игра не будет запускаться в Гугле, запустите ее в Firefox. Или же, это, как он там, в Safari и еще чем-то, я не помню чем. Но в Гугле она не будет работать, поэтому советую вам Safari, это Firefox и там еще чем-то одном, я не помню чем. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой канал и всем пока. И не забывайте, кормите своего питомца и делайте ему хорошо, чтобы у вас не было вот такого вот, как вы видите.